Знаешь, я прямо... Что это за штучка? Ой, господи, меня сейчас все видят не накрашенный, не красивый. Да, ты запустила прямой эфир. А я запустила прямой эфир? Ой, да, меня видят люди. Привет. Катрица. А, да? Афродита. Кто еще? Продолжай, я тебя снимаю. Тебя видит вся страна. Господи, нет. Юля. Да. Передай всем привет. Всем привет. Расскажи, кто ты, что ты здесь делаешь? Здравствуйте, меня зовут Юля, я не алкоголик. Алкоголизм иногда бывает. Да, вот. Но не сегодня. Я хореограф. Хореограф. Сегодня вы увидите нечто. Нечто. Нет, они увидят через неделю через нечто. Через неделю вы увидите нечто. Да, можно все, хватит, уже понятно. А как отключиться теперь? Как отключиться теперь? Ой, мне пишет Алиша Хома, Анечка, Яна. Привет, вы что, все знаете эту тему? Валя Новаторов. Господи, вы привет всем моим. Ну, вы все мои? Гребенщикова! Вика, господи, вы все, что ли, знаете про этот прямой эфир? Убейся об стену. Так, пошла. А, нет, подождите, за что это я буду убиваться об стену? Почаще выходи. Хорошо, буду выходить. Да, Лап, я тебя слушаю. Ой, и Варя здесь Самедова, и Денчик. Ёпрста, вы что? И Даша. Аня пишет себе, что Антона огонь. Антон, да. А кто вот среди нас самый красивый? Антон считает, что он. Давайте ему скажем правду. Давайте. Так, все, как отключить уже? А как ты, не знаю, прямой эфир. А, вот, завершить. В общем, я вас люблю. А можно будет еще потом выходить? Да, можно. А, да? Ну все, держитесь. Ой, мне нужен Денчик как раз. Денчик, мы хотят корпоратив купить. Вообще как ты его раскрутила. Так, 50% мой. Антон мой, в смысле, Денчик? 50% мои. Да, я же его раскрутила. Хорошо. Если нас смотрит Вика, я сейчас как раз у Денчика все устраиваю. Ой, Алиночка, Алиночка Хома, моя девочка. В общем, тут все мои его получают. Да, смотри, да. Даша, Хома, Гребенщикова, Анечка. Все красивые, Алинка пишет. Да, что, даже Антон? Да, Антон. Да нет, он сегодня как-то не очень. Я буду сейчас красивой, если вы дадите мне это самое, чтобы меня накрасили. Это мой гример, Женя. Передай всем привет. Очень приятно, всем привет. Ты не алкоголик, тоже скажи. Иногда. Все. Всем привет, всех люблю. Я готовлюсь к номеру. Чуть позже выйду на связь. Голливуд тоже здесь. Что, прямо Голливуд здесь? Все, всех целую. Когда накрашусь, буду красивой. Просто это как спонтанный выход у меня получился первый. А сохраняется это потом? Нет. Слава Богу. Ура. А всех люблю.